Капуста в сентябре. Продолжаем уход. Капуста – одна из самых поздних овощных культур в огороде. Наступил сентябрь, но уход за капустой необходимо продолжать. Она все же нуждается в активном уходе. Во-первых, обращаем внимание на полив. Если в начале месяца мы ее все еще поливали, то с середины сентября поливы прекращаем. Это надо сделать примерно за 2 недели до сбора урожая, чтобы кочан не потрескался. В это время капуста не нуждается и в подкормках. Свое питание кочан уже получил. Продолжаем осматривать кочаны и уничтожать вредителей. В этом месяце могут продолжать вредить капусте личинки капустной гусеницы, капустной мухи, капустной совки и капустной моли. И если сентябрь теплый, может нанести вред капусте и активная тля. Обычно к концу сентября приступаем к уборке капусты поздних и средних сортов. Кочаны срезаем по мере их созревания. Наша задача – правильно собрать и сохранить урожай. А как это лучше сделать, я расскажу вам в следующем видео. Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного.